Добрый день! Сегодня вы поподробнее узнаете о проекте «Асинхронные двигатели Дуйнова». Технический прогресс в современном мире развивается очень высокими темпами. Техника в разных ее проявлениях вошла во все сферы жизни человека. А следовательно, с каждым днем все больше возрастает потребность в современных и производительных электродвигателях, большая часть из которых является асинхронными. И в свою очередь 60% мировой энергии потребляется именно асинхронными электродвигателями. Существует более 10 тысяч наименований электродвигателей, и их выпускается порядка 7 миллиардов единиц в год. Они используются в электротранспорте, специальной бытовой электротехнике, в промышленном секторе и в энергетике. На сегодняшний день существует огромное количество асинхронных электродвигателей разных мощностей и производительности. Традиционно они используют два типа обмоток. Это либо звезда, либо треугольник. Но так как прогресс не стоит на месте, требования к подобным двигателям возрастают. Необходимы более производительные, энергоемкие и экологичные решения. Проект «Асинхронные двигатели Дуйнова» предлагает абсолютно новую, уникальную технологию совмещенных обмоток «Славянка». В ней сочетаются оба традиционных метода. То есть, благодаря совмещению обмоток типа «Звезда» и «Треугольник» в единую конструкцию, мы смогли добиться существенного улучшения характеристик двигателей, что привело к увеличению мощности и производительности, увеличению ресурса, снижению энергопотребления двигателя, при том, что для построения двигателей по данной технологии требуется значительно меньше электротехнической стали и меди. То есть из трех традиционных двигателей при их переработке можно произвести 4 двигателя с совмещенными обмотками «Славянка». Также применение данной технологии позволяет добиться снижения удельного энергопотребления от 10 до 40%. И это неоднократно было доказано в течение нескольких лет. В том числе, наше решение полностью соответствует мировым стандартам в области экологии. В проекте «Асинхронные двигатели Дуйнова» мы работаем с асинхронными двигателями любого габарита. У вас есть возможность как заказать проектирование абсолютно нового электродвигателя под ваши конкретные задачи, так и заказать модернизацию вашего стандартного двигателя. Ну а на этом видеоролик подходит к концу. Для получения более подробной информации обязательно регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта проекта «Асинхронные двигатели Дуйнова». Спасибо за внимание.